Как руководитель партии «Российский общенародный союз» я с интересом и пристальным вниманием смотрел за подготовкой этого общенародного фронта, съезда, структур, которые вот они сейчас начинают создавать. Не скрою, разделяю оценки, что это, конечно, организация в поддержку Путина, и не вижу в этом ничего крамольного. Более того, Российский общенародный союз тоже многое поддерживает в действиях президента Путина. Меня настораживает то, что фронт повторяет многие ошибки «Единой России» с точки зрения бюрократизации формирования. С точки зрения того, что «Единая Россия», почему вот РОС отсутствовал на этом съезде? Ну, там все основные парадные места, все основные позиции заняла та же «Единая Россия». Все остальные были у нее на подхвате. А что нам там делать? Зачем? Мы оппоненты этой бюрократизации. Мы выступаем за уход «Единой России» как обанкротившейся партии с политической ареной. Если Народный фронт будет этому способствовать, мы будем помогать Народному фронту.